Всем привет! С вами Настя из Диномамы. Сегодня я покажу вам классные резиновые сапожки от Crocs. Эта моделька производится каждый год, всегда пользуется большой популярностью. Выпускается в однотонном варианте и в принтах. В этом году это вот такие классные динозавры для мальчиков и такие бабочки для девочек. Здесь у меня не все расцветки, другие можно посмотреть на нашем сайте в карточках товара. За что мы любим Crocs? Первое – это материал. Это запатентованный материал CrossLite, вспененный полимер. Что в нем хорошего? Во-первых, он очень легкий, комфортный при ходьбе. Во-вторых, под температурой тела стелька принимает форму ноги. И ножкам очень комфортно и удобно. Также материал антибактериальный, то есть препятствует размножению бактерий и устраняет неприятные запахи. Итак, сапожки полностью литые. У них хороший протектор, есть выемка под штрипки, вот такие удобные ушки, чтобы ребенок сам мог одеть и снять сапожки. И внутри, ну, к сожалению, не очень хорошо видно на камере, но там массажная анатомическая стелечка. Для резиновых сапожек это вообще практически уникальная особенность. Что еще? Сапожки довольно широкий температурный режим носки имеют. Их можно носить примерно от плюс 3, плюс 5 градусов с теплыми термоносочками, потом с обычными носочками, а летом даже на голую ножку. Очень классные, легкие, яркие и удобные сапожки.